Еще немного о ярких красках. Вот представьте, вы получаете себе такую для себя такую коробку. А что в этой коробке? Настроение наше улучшается. Я всегда судорожно открываю коробку, и мне сразу хочется посмотреть, что же там внутри. А этот шелест этой потрясающей бумаги. Ну что ж, мои дорогие, встречайте ваши любимые и нужные ботинки сегодня в нашей модной рубрике «Венди». Слушай, какие они мягкие. Ну ладно, обо всем подробнее. Итак, друзья, по порядку. 2990 рублей цена премьера. Скидка 25%. 1000 рублей ваша скидка, которая уже сейчас сохранится. Это 1000 в вашем кармане. Плюс бесплатная доставка. А это значит, что вы экономите еще до 1500 рублей. То есть суммарная экономия может достичь 2500. Нужно только лишь поднять телефонную трубку и набрать номер. И выбрать свой цвет и размер. Ты знаешь, Оля, вот когда мы готовились к нашей модной программе, я увидела эту красоту. Я не могла оторвать взгляд. Мне захотелось сразу посмотреть все, что же там нас удивляет. И так поражает, и так нравится. Во-первых, мы предлагаем вам осеннюю коллекцию в двух цветах. Итак, ботинки Венди, натуральный бежевый цвет из эко-кожи. И следующий цвет, это рыжий-коричневый. Это эко-кожа Нубук замшевелюр. Посмотрите, какая это красота с коричневым мехом. Итак, друзья, вы выбрали свою расцветку? Прекрасно. Теперь выберите, пожалуйста, свой размер. От 36 до 41. Все необходимые размеры есть, но мне сообщают, что уже звоночки пошли. Самый популярный 38. Я хочу тебе сказать, что, во-первых, это наша новинка. Сегодня в нашей модной рубрике очень много новинок. Давайте прямо сейчас разбираться. Мы предлагаем вам стильную, качественную обувь. Очень важно, из чего она изготовлена. Да. Наши ботинки, смотрите, выполнены в данном случае из эко-материала. Он славится прежде всего своей прочностью. Эко-кожа, бежевый цвет, она такая же мягкая, как и натуральная. Сейчас вы видите, как я ее начинаю мять, но она при этом не теряет своей формы. А еще, кстати, я хочу сказать, что именно эко-кожа выдерживает влагу. О, вот это прекрасно! Слушай, осень, ведь действительно дожди. А можем ли мы быть не голосовыми? Ну, для этого у нас есть с вами специальный агрегат, который мы уже используем постоянно. Да, смотрите, дорогие, ты, Олечка, посмотри, что происходит. Так, 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 итак, так. Вот так вот мы вступаем в лужу. Вдруг пошел сильный дождь. Посмотрите, что происходит с вашей эко-кожей. Капли воды прямо стекают. Я затоплю сейчас всю студию, но ваши ножки будут сухими. Вот что происходит с нашими ботинками. А ведь даже пятен не остается. Конечно. Ты посмотри. Да, а какие же здесь пятна, если влага туда не проникает? Ведь специальная пленка, которая обладает эко-кожа, защищает нашу обувь от проникновения влаги. Слушай, а даже натуральная кожа ведь периодически оставляет пятна. Натуральная кожа как раз впитывает в себя всю влагу, и это ее огромный минус. Огромный плюс эко-кожи – это износостойкость, прочность и водонепроницаемость. Итак, друзья, мы выбираем для вас практичную обувь, но хочется весь свет, чтобы она еще была красивой. Действительно, наша обувь и красивая, и прочная. Олечка, несколько слов я тебе скажу еще об этом шве. Так. Очень часто многие женщины меня спрашивают, Света, это только красота или еще что-то? В данном случае или еще что-то? Посмотрите, что происходит с нашей подошвой. Очень часто она отклеивается. Здесь, в данном случае, мы укрепляем ее вдвойне. Наша основа ботинок сочетается с подошвой, и при этом мы ее еще прошиваем. Посмотри, вот я сейчас пытаюсь ее оторвать, но у меня ничего не получится, потому что здесь есть стильная прошивка, шелковая прочная нить. Итак, друзья, 2990 рублей за вашу прочную осеннюю обувь, на которую вы сможете положиться. Это надежная обувь. Вот то, чего мы все время так ждали, друзья. Плюс, комфортная ли она? Конечно, комфортная. Посмотри на довольную Аришу. Она выбирает сегодня ботинки Венди коричневого, рыжего цвета. И посмотри, наши ботинки Венди превращаются в полусапожки. Это как раз тот момент, когда наша женщина может экспериментировать. Ботинки-трансформер Венди. Будьте разные каждый день. Оставайтесь женственной и при этом почувствуйте теплоту и комфорт. И ты заметила, Олечка, что наша Арина выбирает сегодня не брюки, а женственную юбку. Слушай, а здорово, действительно, вместе смотрится и женственно, и при этом удобно. Если вас заинтересовал, дорогие модницы, готовый образ нашей модели, оставайтесь с нами. Юбка Мэгги и наш стильный джемпер Ирида скоро совсем появится в нашей модной рубрике. Посмотрите на готовый образ, это ботинки Венди, и мы продумали все до мелочей для вас. Да, плюс даже доставку, мы оплачиваем доставку даже только этих ботинок Венди, поэтому, друзья, заказывайте смело. Сегодня мы со Светой Воронцовой выбираем
выбираем и красоту, и удобство. Ну, наконец! Ты знаешь, Оля, я еще хочу сказать вам, мои дорогие, что внутри у нас потрясающий мех. Посмотри, у тебя он коричневый, он очень такой мягкий. А просунь туда руку, вот прям почувствуй эту мягкость. А стелечка-то тоже смеховая. Это очень огромный плюс. А я тебе еще хочу сказать, что наша стелька вынимается. Посмотри, прямо сейчас мы проведем этот эксперимент. Вот она. У нас утеплена не только нога, посмотри, но еще и наша стопа. Посмотри. Слушай, это ведь удобно, потому что хотела сказать просушить. Зачем сушить, если влага не проходит? Ну что ж, кстати, я хочу тебе сказать, что очень часто мы все-таки стельки и меняем, и их просушиваем для того, чтобы чувствовать себя очень комфортно. Посмотри, изнутри у нас специальная поверхность, это дышащая поверхность, а внешняя сторона у нас тоже меховая. Ты знаешь, Оля, это огромный плюс для тех модниц, кто не любит носить носки. Вот я лично не люблю носить носки, поэтому... Прям босиком можно? Конечно, ты можешь надеть прям тонкие колготки, ботинки Венди, и тебе будет очень тепло и комфортно. Итак, друзья, мы с вами выбираем расцветки. Пожалуйста, будьте оперативны и внимательны, потому что расцветки у нас в ограниченном количестве. Ведь это премьера, и уже сейчас миллионы женщин останавливают свой выбор именно на ботинках Венди. Почему? Мы с вами определились. Это и красота, и комфорт. Плюс бесплатная доставка – это ваша выгода. Хотите ли вы сэкономить деньги? Тогда экономьте их прямо сейчас. Дорогие друзья, обратите внимание, наша модель Люба выбрала для себя ботинки Венди. Кстати, я поделюсь с вами секретом. Я тоже для себя выбрала эти ботинки. Я сразу сказала, в понедельник придут наши байеры, наши коллеги, я обязательно себе закажу вот именно этот натуральный бежевый цвет. Мне очень нравится нарядный белый мех, и я уже знаю, что я буду сочетать эти ботинки с моей дубленкой. У меня сразу есть возражение миллионов. Ты знаешь, многие женщины отказывают себе в светлой обуви, переживая за то, что она будет быстро пачкаться. Ну, давай еще раз вспомним наш эксперимент. Посмотрите, мои дорогие, если влага не проникает внутрь кожи, то и грязь туда не проникнет. Посмотрите, сколько я лью. Да мне не жалко воды, потому что ботинки у нас останутся сухими. И то же самое с грязью. Вот, например, шагнули вы в лужу, а вы будете и сухими, и просто тряпочкой, салфеточкой протерли свою обувь, и она как новая. Ну что ж, наконец-таки, друзья, мы можем себе позволить и красивую обувь, и удобную, и еще и практичную. 2990 рублей. Вот этот момент важный. Все-таки, смотри, я люблю, к примеру, осеннюю обувь носить и зимой, а зимой уже гололедится. Но я хочу тебе сказать, дорогая моя, отличный вопрос. Ботинки Венди у нас не только из качественной эко-кожи, у нас еще специальная рифленая протекторная подошва. Обрати внимание, что глубина протектора такая, какая нужна. Производители продумали все до мелочей. Вот ты знаешь, что это очень часто влияет на качество обуви. Да? Если вдруг глубже будет протектор, то вот именно эти отверстия приблизят к концу нашу обувь. Здесь у нас получается, сколько бы грязь туда и камни не забивались, они не повредят наши ботинки. Итак, друзья, останавливаем свой выбор на качественные обуви на телеканале Шопен Шоу. Сегодня вы можете себе их действительно позволить. Эти ботинки по цене 2990 рублей. И эти ботинки, я считаю, можно носить и осенью, и даже зимой. Конечно, наличие меха согреет вас даже в самую холодную новогоднюю ночь.